Ребята, всем привет, с вами Александр, у нас есть парочка интересных турниров, и как обычно нам нужно завоевать два шильдика, у нас сейчас их 10, добавим еще два. Нам нужно победить тремя суперредками, одного супер крутого, так, и таких боев у нас будет два. Так, интересно просто 5000 пробивать, чем будем пробивать? Попробуем взять вот так сначала. Ну, если получится тремя такими слабенькими это сделать, то хорошо. Но первого он убивает без вариантов. Он атакует на 2. Так. А здесь мы, пожалуй, поднакопимся. И попробуем на следующий ход победить. Ну капец, да? 2300 легко пробивает. Так, у него 3. Ну, атака что? На 3? Молодец. Умничка, дочка. Так, ну а Сопрано Титан, как вы понимаете, легко сожрет за 8 таких сигназухов штук 5. Ладно, 3. Ну, смотрим, сколько урона. 16 тысяч. 4. Практически. 3-4, короче. Смогли мы пробить. Сейчас у нас будет, наверное, условие то же самое, только нужен будет другой класс животных. Идем дальше. О, мой любименький пахи-галлозаврик. И его нужно пробить травоядными? Это же нереально. Они что, пошутили? 18 тысяч мне нужно пробить. Это чем бить? Как бить? Да ничего мы не сможем сделать. Вообще никак. Без вариантов. Смешное. Блин. Я там пробивал этого. Сигназуха травоядного я бил хищником с бонусом. И там кое-как 16 тысяч удар был. А как мне тут 18 тысяч набить? Вообще никак. Если бы хищников оставили супер редких, они вообще офигели. Они предлагают этого завалить супер редкими, то есть супер крутого гибрида, одного из самых сильных, предлагают нам завалить супер редкими тремя травоядными. Это блин как. Ну я 8 баллов насобираю, как и в прошлый раз, но этого же нифига не хватит. Ну вообще никак. У меня удар будет там 400. И он меня за один удар пробивает. Но это какая-то дичь, ребята. Просто реально дичь. Четыре и... Атакует на 3. Ну, вообще, даже печалька. Я даже не смогу на 8 проатаковать. И жизни у нас меньше, мы даже один удар не выдерживаем. Так вы сейчас смеетесь, 5000 там удар будет. Это они что-то реально, то есть как бы... Тот, кто создал этот бой, он, наверное, нифига не посчитал. Может ли вообще... Да никто не может его пробить. Даже если бы у нас был анкилодок с ударом в 1000, у него был бы минус, с минусом удар 500. И там 508 вообще никак. Это, блин, аж жесть. Какой-то баран создал, короче, это, ребята, это событие, печалька. Ладно, идем сюда. Здесь у нас супер крутые, но у нас выбор полный. И мы можем сражаться кем угодно. Так, ограничений здесь нет никаких, давайте посмотрим. А, есть хищники 1, хищники 2 и хищники 3, понятно. Так, давайте будем отстегивать. Так, вот этих двух, вот этих трех мы оставляем на последний бой. Вот этих двух оставляем. Так, на предыдущий бой. Ну, а вот этих можно брать. Так, только теперь нам нужны будут амфибии. Вот. Амфибии еще нужно пооставлять много. Вот одна амфибия оставить. Вот две амфибии оставить. То есть,
А вот это уже можно брать. Давайте конковинатора, что ли, возьмем. А, ну у нас еще усилялочки есть. Усилялочки. Ну, погнали. Да, я думаю, тут проблем вообще никаких не возникнет с этим турниром. Так. Церазинозавра против церазинозавра. Кто кого? Два цыпленка. Давайте возьмем это усиление. Вот на самом деле, я его могу легко пробить. Можно было даже не пробивать. Наверное, даже эффективнее было бы оставить эти баллы на нашу амфибику. Так, ну вообще как, будет учитывать то, что у нас вот этот один балл был бонусный, либо нет? Атака на один или на два у него будет сейчас? На два. Значит, он типа как-то знал, что у нас вот этот один балл есть. Хотя не должен. Так, на самом деле ситуация неприкольная. То есть меня пахик сейчас пробьет. Вообще по изичу пробьет. Ну как раз на... А, на 3. Подождите, на 3. На пробьет, наверное. 3 хватит. Да. 400 баллов порешали. А хватит ли нам? 5 баллов. Хватит. Должно хватить. А, черт, я не взял бонус. Как? 5. Посчитал 5 и не взял бонус. Да. Прикинул с бонусом и забыл нажать на бонус. А. Конковинатор, не плачь. Мы тебя спасем. Да, обидно получилось. Так, вот одна амфибия. Вот две амфибии. Так, а вот этих уже можно брать. Так, а хищников нужен вот один хищник. Вот второй, вот третий, вот четвертый. Ну тут уже можно брать. Вот так. Ладно, ладно, ладно. Я тебе это припомню, гаденыш ты такой. Взял и прокусил нас. Это был форс-мажор. Непреодолимое препятствие, или как там это, форс-мажор расшифровывается. Больно было. Так, 2200. Сейчас посмотрим, а сколько бьет наш... Юдон. Блин, мне реально много баллов нужно пробивать по нему. Ну хотя не так уж много. Ладно, за 3 пробили, думал 4 придется еще бить. 3 хватило, это хорошо. Атака на 3. Раз, два. 3-4. 2 в защиту. Мне еще 3 балла прилетит. То есть у меня на следующий ход добавится 7 баллов. Ой, 6. 6? Не, 7, скорее всего, уже, да? А, у него 5. Гаденыш, что такой. На, не атаковал. Ха-ха-ха. Так я сейчас его продемажу юдоном. 7 баллов. Вот то, о чем я говорил. Прощай!
Нет, неужто ли выжил? Выжил! На тоненького, но выжил. Но это его не спасет. Это его не спасет. 6 проатаковал на 3, но я за один удар его пробью. А он ничего не поставил в защиту. Ну, эти боя интересны. Здесь реально такой может быть микс получится. Так, хорошо. Этот бой мы преодолели. Идем дальше. Хищники x2. Этого отступаем. А вот этих уже можно брать двоих. Ну хотя на самом деле вот лучше взять вот так. Он больше выдержит. И потом возьмем амфибию. Ух ты, пахика открылся. Давайте пахика возьмем. Усилялочки нужно взять, нам говорят. Не забывайте брать усиление. Так, ну здесь какие-то усиления. Редкие какие-то. Так, ну неплохо. В принципе, на пахе голозавре мы накопимся. И индораптор хорошо дамажит. В общем-то нормально будет. Мы сейчас много баллов накопим. Мы не будем использовать это усиление пока что. Смотрите, один балл бережет. Но это нам на руку на самом-то деле. Вот я хотел бы сейчас минус 3 как раз и использовать. Вот если он меня сейчас не проатакует. Проатаковал, гаденыш. Ладно. Пока что усиление не надо. Я его по изичу пробил. У меня еще баллов куча осталось, да? Как он неэффективно использует, а? Четыре. Ну, на 4 может пробивать. Но ему хана сразу тогда. На 3. Это подло. Нет, это круто. Это не подло, это круто было. Так, ну теперь можно как бы взять один балл. Раз, два, три, четыре. И 3 балла перенести можно. Смотрите, мой пахик завалил двоих. Еще и живой остался. И вообще-то он должен сейчас атаковать на 4. У меня 3 балла здесь есть. В нычке. А он атакует на 3. Почему? Непонятно. Вообще изи катка получилась. Отлично. Так, ну и последний бой. Ха. Ха-ха-ха. Интересно, можно ли просто 3 индорапторами затащить этот бой? Без амфибий. А, или у меня такое же условие есть. Без амфибий. Давайте вот так вот возьмем. Или даже вот так возьмем. Будет прикольно, да? Будет забавно. Сейчас разберем их на гаечки. Не 250 хилцов, ну нормально, пойдет. Сравняемся так, по силе практически. 18800, ребята, вообще, смотрите, идентичные стали. Идентичные. У нас чуток меньше жизни, но дамаг у нас существенно повыше. Прикольно получилось. Так, он делает опять ту же ошибку, что я делал раньше.
Ну, я его пробить пока что не могу. Но это забавно. Ну, если вдруг он не защитился, что вряд ли, мы бы его могли вообще пробить сейчас. Ну, на все 5, и то даже не хватало у него, да? Давайте делаем так, снимаем с него броню и атакую на 2. Даже, может, на 1. Ладно, 1, 2, 3. Вот так вот. Так, вот вопрос, он перенес баллы или он в щит их ставил? Перенес. Жалко. Но он потратил все 8 баллов. Все, что он собирал, пошло коту под хвост. И это был только мой первый, самый слабенький индораптор. Если бы я этому добавил жизни, а? Но у него по нулям, это хорошо. Осмелится ли он наш продемаджить сейчас по полной или нет? Ну, нам на самом деле уже по барабану. Да, он осмелился, молодец, хвалю за такое. Но он как бы на блюдечке преподнесли это, как, знаете, как свинку запеченную с яблочком во рту, ему как раз между этим клювом яблочко запихнуть бы такое какое-то большое и подать на стол индораптору. Пир индорапторов. Вот так вот. Сколько у нас? 5 штучек будет, да? Вот и все. Да, ну, как вы поняли, 11 очков у нас уже есть, но вот с этим полная лажа, ребят. Даже если у меня был бы анкилодок, и то есть я там 1000, да ну вообще не получилось бы, не хватило бы нам баллов. 500, сила удара было бы 500. Если бы косарь, то думаю, да, хватило бы 8 баллов с бонусами. А так вообще никак. Нет смысла даже пытаться здесь что-то сделать. Это не, ну, невыполнимая задача. Даже чисто математически невыполнимая, как по мне. Ну что ж, на этой не совсем радостной ноте я с вами прощаюсь, ребятки. Всем пока.